Не знаю, как вы, но я провожу за компьютером огромное количество времени, и для меня было крайне важным, чтобы наушники были максимально комфортными и воздушными, чтобы они практически не ощущались. И вот именно эти уши, хоть и можно сказать, что они не совсем брендовые, а это бренд из AliExpress, но на удивление по комфорту они просто, я вам гарантирую, они дадут пору даже самым топовым моделям. Вся магия, она заключается вот в этих подушечках. Здесь какой-то или гель, или прокладочка. Ну, настолько все мягкое и просто воздушное, что когда вы одеваете эти наушники, они не ощущаются на ушах, то есть они не давят. И это просто дает вам такое вот ощущение комфорта, которая абсолютно не напрягает, даже если просидеть в этих наушниках порядка 10 часов. То есть по степени комфорта я просто ставлю 10 из 10 баллов. Это просто лучшая гарнитура в плане комфорта для меня, которая вообще встречалась. В области ушей мне ничего не давит, то есть они очень легкие. Естественно, что там не надо сильно крутить головой, потому что они спадут, но по сути, когда вы играете или работаете, ну вы же не на фитнес-тренировке, зачем вам крутить головой туда-сюда? Износоустойчивость. Я специально перед обзором ничего с ними не делал, ну просто чуть-чуть протер пыль, и вот они такие, какие они будут у вас через год эксплуатации. Что хочу сказать, что амбушюры и верхняя вставочка из кожезаменителя, она просто замечательного качества. Ничего, как вы видите, ничего не пообылазило, ничего не поизносилось. То есть вот их состояние за год практически вообще не изменилось. Вот настолько они хорошо сделаны. Шнур имеет достаточно неплохое качество исполнения, высокую толщину, он не из нейлона, из обычной резины, но никаких проблем со шнуром не было, разве что у меня большой стол и я использую дополнительный USB удлинитель, чтобы мне хватало полноценно длины. Наушники идут только с USB подключением, то есть звуковая карта встроенная и вы не сможете подключить эти уши к внешней звуковой карте, да это в принципе и не нужно. Звуковуха, которая в этих ушах, она поддерживает 7.1 объемный звук. И это достаточно прикольно, как по мне, особенно для позиционирования в играх, а также для прослушивания каких-то записей концертов вживую. Громкость звука. Вы не поверите, но они просто так наваливают, что я ни разу, повторяю, ни разу не выставлял громкость больше, чем на 20%. Потому что реально у вас там ушные перепонки просто повылетают. Ну то есть я использую в среднем, вот моя такая стабильная громкость, это 15-16 делений. Кто может их слушать на 50 и на 100, я просто даже ума не приложу. Ну, с другой стороны, это хорошо, есть как бы запас по мощности, если вы что-то там тихое прослушиваете, или если вы хотите просто себе сделать взрыв мозга, ну, такая возможность здесь есть. Я человек придирчивый, и здесь есть одна маленькая фишечка, но она мне просто безумно нравится. Это выезжающий микрофончик, да? То есть мало того, что его можно удобно отрегулировать, как вы хотите, преимущество этой фишки в том, что вот если бы была эта обычная гарнитура, да, и вы, допустим, микрофон повернули бы вот так. Вот я в таком положении, я вижу абсолютно четко боковым зрением, мало того, что он светится, и он прям вот реально, я вижу этот микрофон. Так вот, в этих наушничках мне нравится, что я могу полностью задвинуть микрофон на исходное положение, и его сейчас просто нету в поле моего периферийного зрения. Не знаю, как для вас, но для меня это просто вот приятная такая вот деталька, которая прям супер, очень нравится. RGB подсветка здесь переливается сама по себе, то есть режимов переливания нету, выставить какой-то отдельный определенный цвет нету, но в принципе даже в таком виде меня все устраивает, потому что большую часть времени, когда уши находятся у вас на голове, вы не видите, как они светятся, а в другое время это не более чем просто красивое дополнение рабочего места и приятный такой декор. Наушники обладают пультиком, и хочу сразу поговорить о небольшом минусе, это длиннее вот этого расстояния шнура до пультика. То есть мне бы хотелось, чтобы он был бы где-то вот здесь, вот, потому что он так как бы болтается, соприкасается с телом. Ну, это не очень хорошо. Но у пультика есть несколько полезных фишечек. Это регулировочка громкости, то есть не нужно на компе регулировать прямо с пульта.
Если резко вам нужно выключить микрофон во время, допустим, игровой сессии, там в комнату кто-то зашел или нужно это сделать, то вы можете аппаратно, просто нажав на кнопочку, вы можете его выключить. И вы увидите, что он выключен, потому что подсветочка на нем перестанет гореть. Вот сейчас он включен и сейчас выключен. То же самое с подсветкой. То есть если вы играете в ночное время и с вами кто-то еще находится в комнате и уже темно, чтобы не раздражать дополнительным светом, вы можете просто отключить подсветку. Ну что ж, давайте подведем итоги. Звук я ставлю где-то 8 из 10 баллов. Глубокий насыщенный бас, прекрасная максимальная громкость, удобство и комфорт 10 из 10. Износоустойчивость 10 из 10. Какие минусы? Ну, во-первых, минус — это расположение пульта. Мне бы хотелось, чтобы он был подлиннее, чтобы во время работы не соприкасался с телом. И еще небольшой минус, я нашел, если так совсем доколупываться, это вот в таком положении на шею, если их повесить, то конструкция задней дужки и вообще всех наушников, она так устроена, что в таком положении уши будут вам слегка давить на шею. Ну, все дело в этом вот непосредственном механизме, как он устроен, что здесь вот оно все вот так вот работает. Ну, в принципе, это даже минусом сложно назвать. В целом, друзья, если вы не меломан, а больше геймер, то вот эти наушники — это достаточно такое хорошее решение в бюджете от 50 до 70 долларов. И у этих наушников однозначно плюсов намного больше, чем минусов. И я искренне и честно могу эту модельку рекомендовать к покупке на Алиэкспрессе.